Как сделать так, чтобы ваши охваты в Инстаграме росли? Думаю, многие из вас уже слышали такую фразу, что охваты растут у тех, у кого классный контент, классные фоточки или пишут интересные статьи. Но я замечаю от своих пользователей, что у кого классный контент, тоже страдают тем, что у них маленькие охваты. Весь секрет кроется в том, что на ваш аккаунт в первую очередь надо запустить трафик. Если у вас уже классный есть контент, ему надо теперь найти читателей. Кто его будет читать? Это можно сделать через масс-фолловинг, либо таргетированную рекламу. После этого вся связка начинает работать в полной мере. У вас классный контент, и у вас есть поток читателей, которые будут лайкать и комментировать. Поэтому, ребят, если вы уже на уровне хорошего контента и не понимаете, в чем дело, просто запустите на свой аккаунт трафик, и все.